Здорово, Тео. А где остальные пацаны? Здорово, пацаны. Давайте брысь отсюда. Здесь движуха крутых пацанов. Здорово, пацаны. Здорово. А где Оливер и Джастин? Я им звонил, они трубку не берут. Может, они себя плохо чувствуют? А может, они не поели? Это неправильно. Мы договорились с ними встретиться. Мы здесь! А их нет. Мы здесь. Мы тоже крутые. Это кто тут чиринкает? Ботаны, брысь! Ладно. Привет, пацаны! Привет, мальчики! Кто после вчерашнего родительского собрания получил? Признавайтесь. О, не спрашивайте. Я получил. Меня бабушка взяла и как швырнула об стенку. Ой, Тео, твоя бабушка очень мощная женщина. Я помню, она меня один раз тоже швырнула. Больше я в гости к Тео не хожу. Девчонки, а вам что сказали родители за ваше плохое поведение? Моя мама всегда на моей стороне. А я исправилась, за меня Грейс ничего плохого не сказала. А где Джастин? Почему его с вами нет? Сирена, а где Джастин? Мы за ним не следим. Джастин и Оливер не берут трубку. И это твой Джексон? Да он же лох. И он что, без клыков? Мальчики, вы находитесь в нашей комнате и обзываете моего бойфренда. Ведите себя приличней. Мышь, зачем-то вообще их позвала? Мальчики, если вы хотите, чтобы мы с вами дружили и общались, ведите себя культурно. Я их не звала. Я просто шла в школу, они схватили меня под руки и сказали: а ну-ка, давай веди нас к девчонкам. И вот они здесь. Девчонки, теперь мы будем здесь часто. Теперь мы будем заходить за вами каждый день и вместе идти в школу. Джилл, ты же знаешь, что будет, если мамочка Грейс увидит их в нашей комнате. Если мамочка Грейс их здесь увидит, они вылетят через окно. Девчонки, расслабьтесь, мы с Грейс порешаем. С мамой Грейс невозможно решить! Мы умеем находить общий язык с мамочками. Девочки, простите, это я дура, что пошла той дорогой, где тусят пацаны. Прощаем, мышь, ты не виновата. Просто парни очень наглые. Девочки, да ладно вам. Давайте реально с ними пойдем в школу. Это же круто. Да, круто, но представьте, что будет, когда нас все увидят с ними. Будет то, что вам все позавидуют, потому что мы краше этой школы. А мне кажется, это вам позавидуют. Вы вообще видели, какие мы крашихи? Ребят, давайте уже будем идти в школу. Я не хочу, чтобы на следующем родительском собрании снова сказали, что я опаздываю. Окей. Кстати, Грейсон рассказывал что-то моему папе, и мне вчера жестко влетело. И мне тоже влетело. Вот и не выпендривайтесь, мальчики, а то и от нас влетит. Ух, какие они классные! И походу они наши! Ну что, вы уже убедились, что я от ваших родителей скрывать ничего не буду? Признавайтесь, кому влетело больше всего? Тео! Грей, зачем вы все преувеличили? И бабушка его просто размазала по стенке. Бедный Тео. Большой Тео получил от большой бабушки. Не смешно, я вам больше ничего не расскажу. Да ладно, успокойся, Тео. Ребят, давайте, чтобы на следующем собрании я о вас рассказывала только хорошее. Будьте умницами. Лимонад мне занесешь? Разнесла просто пух и прах. Мне мама одной ничего плохого не сделала. Видимо, Грейси меня ничего плохого еще и не сказала. Ты сюда! Что? Что ты хочешь от моей сестры? Поговорить. Ну что, рассказывай, какими ты там силами обладаешь. Что? Я не обладаю никакими силами. Не надо мне врать. Я знаю, что ты ведьма. Как ты узнала? Короче, это не важно. Если ты хочешь, чтобы я к тебе хорошо относилась, ты должна мне помочь. Покажи нам, где сейчас находится Джастин. Мы ждем. Девочки, ну вы что, я так не умею. А как ты умеешь? Делать кому-то зубную боль? Значит так, с сегодняшнего дня твои силы – это наши силы. А будешь сопротивляться, для тебя все закончится очень плохо. Вы понимаете, что я не могу использовать силу просто так, я от этого ослабеваю. Не ослабнешь. Если что, мы тебя накормим. Я не вампир, девочки, я ведьма. Я же говорила, что она какая-то стрёмная. Так, отпустите мою сестру. Нора, что они от тебя хотят? Нора теперь наша подруга. Да, Нора? Да. Я так скучаю за старой школой. Интересно, в этом году будут выбирать крашиху года? Интересно, там будет новогодний бал? Конечно, будет. Только уже без нас. Девочки, не расстраивайтесь. В нашей школе тоже все это есть. Девчонки, это вам.
Мальчики, вы серьезно? Вы оторвали у бедной елки ветку? Если хотите нас как-то удивить, тогда едьте в магазин и покупайте нам шикарный букет. Девчонки, а какие цветы вы любите? Мне нравятся розы, срезанные на рассвете. А мне нравятся розы, срезанные на закате. Мальчики, мотайте на ус и запоминайте, что любят мои сестры. Слышал? Я сегодня куплю розы, срезанные на закате. А мне придется рано вставать, потому что Флорида любит розы, срезанные на рассвете. Неужели это Флорида со своими сестрами рассказала про твои силы? Не знаю, но никто, кроме них, этого не знал. Мышь. Еще знала мышь. Ты думаешь, мышь? Когда мы их увидим, мы зададим этот вопрос. Урус, давай, мы ждем. Разойдитесь. Урус, сделай мне лимонад. Сирена, твои глаза сегодня такие выпуклые. Ты что, на меня смотришь? Мои глаза никогда на тебя не посмотрят. В смысле? Обломала она тебя, Тео. Сирена, скоро новогодний бал, и Тео для тебя готовит очень крутой подарок. Если ты с Тео до Нового года не замутишь, подарка тебе не видать. Парни, лучший подарок для меня Джастин, и новогодний бал я проведу с ним. Джастин. Не рычи, он наш друг. И Сирена ему не нравится. Джастин просто растерялся, потому что слишком много новеньких пришло. Но лучшая пара для него я. И где же твой Джастин? Его же здесь нет. И что-то нам подсказывает. А мне подсказывает, что закончился лимонад пусто. В смысле? Смотри. Сирена, давай я тебе закрою глаза. Не трогай меня, Тео. Они вместе в школу пришли, так еще и в обнимку. Так жаль Сирену. У меня еще на улице было видение, что они вместе. Просто не хотелось Сирене говорить. Ладно, Джастин, хватит этих обниманий. Я не хочу, чтобы мама увидела и разнервничалась. Мышь, это ты сказала? Это ты сказала, Бен просил Норы. Что? Они узнали? Да, они узнали, что Нора ведьма. Ты не я. Девочки? Что? Ты о чем? Мы же вам доверили. Зачем вы рассказали? Мышь, нет, мы ничего не говорили. Что произошло? Гвен узнала про то, что Нора не вампир, а ведьма. Ведьма? Так что ты забыла в нашей школе? Ты че, обалдел? Она наша подруга. Девочки, мы ничего не рассказывали. Вы же нам помогли. Мы бы так не поступили. Мальчики, между прочим, Нора и Дора, они близняшки. Просто произошел какой-то сбой, поэтому Нора не вампир. Короче, они хотят пользоваться моими силами. Да, они хотят использовать Нору, чтобы Сирена заполучила Джастина. Достала эта Сирена и моя сестра Гвен. Так, может, пора поставить свою сестру на место? Это не так просто, она старше, она главная. Так что нам делать? Джастин, а ты адресом случайно не ошибся? Ты перед школой должен был зайти за Сиреной, а не за вот этой вот. Джастин, ты хочешь меня довести до слез? Ты же знаешь, когда я плачу, я очень злая и всех кусаю. Так идите покусайте друг друга, чего к нам пристали? Ладно, Джастин, иди к Сирене, утешь ее, а то она сейчас от злости нас всех покусает. Сирена? Не сейчас, у нас другой метод. Джастин, нам нужно поговорить. Тео, иди разведи обстановку, а то там все накаляется. Джастин, ты что, обижаешь Сирену? Ты смотри, а то будешь дело иметь со мной. Сестры, нам нужно отлучиться. Мышь, Нора и Дора, пойдем. Тео, я надеюсь, ты шутишь, это все не всерьез? Джастин, я серьезно. Ты знаешь, как я отношусь к Сирене. Реши как-то этот вопрос. А тут нечего решать. Сирена, ты мне никогда не нравилась, я тебя никогда не любил. Прости, Гвен, я не буду встречаться с твоей подругой. Пошли отсюда, Джастин. Убери от меня руки, Тео. Почему ты так не говорила раньше? Нора нам поможет, и ты получишь Джастина. Вот это Нора нам поможет, получишь Джастина. Нет, Гвен, я не хочу, чтобы меня Джастин полюбил из-за колдовства. Я хочу настоящей любви. Но потом и настоящая любовь подойдет. Сирена! Запомните расписание, чтобы не путать уроки. Мальчики, выучите уже расписание. Вампиризм. Биология. Математика. Вроде запомнили. Раз запомнили, идите на уроки. Почему сегодня в школе такая напряженка? Пойдем, Нейтан, у нас вампиризм. Девочки, что будем делать? Я расстроена, теперь с меня все будут гнать, что я не вампир. Я всегда с тобой, я тебя поддержу. Девочки, а у меня есть вариант. Нора, на тебя нужно будет потратить свою силу, но это только один раз. Можно сделать так, чтобы Сирена влюбилась в Тео, и все, у нас проблем не будет. Да, и тогда Гвен и ее движуха от нас отстанут. А у меня вопрос к Флориде. Что у тебя с Джастином? Что это сегодня было?
Ты что, уже забыла Джексона? Девочки, я не хотела вам говорить, но Джексон перестал мне писать. А Джастин это так, просто чтобы забыться. О, девчонки, привет! Что мы тут обсуждаем? Секретики? Да, мам, обсуждаем, какой выбрать лук на новогодний бал. Девочки, у меня есть швея. Она пошьет вам безупречные наряды. Все обалдеют от вашей красоты. Почему мама постоянно навязывает свое мнение? Не хочу я наряды от ее швеи. Слушай, Флорида, а ты не думала, что у Джексона что-то случилось? Он нарвался на охотника, например. Думала, но как я узнаю правду? Ведь он не выходит на связь. А может, Нора поможет? Нет, с меня хватит. Ладно, девочки, поговорим в другом месте. Мама часто все послушивает. Здравствуйте, Грейс. Здравствуйте, ботаны. Хорошие мальчики. Жаль, что полукровки. Были бы хорошими парнями для моих дочерей. Мама! Ого, слышишь слова Грейс? Они нам не светят, мы полукровки. А они элита. Оборотни сегодня по-любому проиграют. Да нет, оборотни этих пельменей сделают. О, Джастин, Оливер, вы с нами идете? Футбол? Не, пацаны. Нам нужно девчонок после школы домой провести. Что, пацаны, запали на девчонок? Все, теперь не с нами? Реально, пацаны, наша движуха так распадется. Я думал, мы футбол посмотрим. Вместе порадуемся поражению пельменей. Пацаны, мы девчонок не можем оставить. Вдруг Гвен опять к ним пристанет. Гвен и Сирена не в себе, они в ярости. Понятно. Пацаны! Обиделись, да что здесь такого? Да ладно, ничего страшного. Следующий матч посмотрим вместе. Девчонки, а вы будете с нами смотреть футбол? Нет, у нас на сегодня поставлены другие задачи. Как хотите. Гвен, а раньше ты со мной всегда смотрела футбол? Да-да. Роберт, не обижайся, просто не хочу оставлять Сирену, у нее стресс. Гвен, говори, какой у тебя план? Тогда у нас сегодня чисто пацанячая тусовка. Да, пацаны крутые, number one. Это что? Это молочный клык Джастина. Я поняла, ты хочешь переворошить Джастина с помощью его клыка. Да, сегодня Нора влюбит Джастина в Сирену. Не хочу. Не хочу, это же все будет не по-настоящему. Да какая разница, ты же хочешь оборвать Флориду, и Джастин будет с тобой. Все решено, Сирена. Сейчас ждем Нору и забираем ее к себе. Сегодня ночь будет непростая. Девчонки, вы что, даже не пригласили нас в гости? Нет, мальчики! Все, пока! Я в шоке, какие настойчивые! По-моему, эти пацаны на нас очень сильно запали. Эх, Джексон, что же случилось? Почему ты мне не отвечаешь? Девочки, так может мы съездим в наш городок? Нет, вы что? А если мама узнает? Нет, Джилл, ты что? Мы не можем. Вдруг мы нарвемся на охотников. Наша мама этого не переживет. А Кайли? Она вообще не сможет без нас жить. Надеюсь, Джексон выйдет на связь раньше, чем ты замучишь с Джастином. Элис! Элис, зря ты это сказала. Элис, мы с Джастином просто друзья. Элис, ты представляешь, если Флорида замутит с Джастином? Сирена и Гвен не оставят ее в покое. Привет, личный дневник. День 7. Джексон не отвечает на мои звонки и СМС. Джастин меня сегодня проводил домой. Девочки, мне написала мышь, что Сирена и Гвен забрали Нору к себе домой. Что? Зачем? Мышь пишет, что они хотят, чтобы Нора приворожила Джастина к Сирене. Это если они сделают этот приворот? Флорида, это нету Джексона и нету Джастина. И что нам делать? Нам нужно Норе помочь. Если успею.